Президент Жээнбеков поздравил Касым Жомарта Токаева с должностью президента Казахстана. А простые кыргызстанцы удивились тому, что теперь Астана будет называться Нур-Султаном. На преподавателя КРСУ Дениса Брусиловского из-за сексуальных домогательств поступило заявление. Его написала 19-летняя студентка. Ранее в СМИ была информация о том, что преподаватель вел весьма интимную переписку со студентками. Сам же Брусиловский категорически отрицает домогательство со своей стороны. Аскар Шимбеков, генеральный директор ОАО «Электрические станции», умер сегодня. Предварительно смерть наступила от разрыва аппендикса. Ему было 57 лет. В энергетике он проработал более 30 лет.